Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Питерский футболист Евгений Башкиров, полузащитник самарских крыльев Советов, по возможности поет везде, а в душе он всегда танцует. Эта привычка осталась еще со школы. Старшеклассником он пел в хоре. Спортсмен считает, любая профессия, даже футбол, это творчество, а творчеству должны научить в школе. На первом уроке на газоне 77-й Башкиров провел своеобразный смотр молодых местных талантов. Сегодня не просто день знаний, да, а начало для каждого какого-то определенного пути. И вдруг кто-нибудь из них уже можно забрать сразу же в крылья и прийти к Андрею Валерьевичу Тихону, сказать, вот все, парень готов, просто берем его в тренировочный процесс, можно будет расти сразу же. 77-я школа Кировского района – самая футбольная в Самаре. Ее команда разных возрастов – призеры областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». А семеро старшеклассников уже играют за молодежку «Крыльев Советов». Скоро эти юные таланты превратятся в футбольных звезд мирового уровня. Именно в этой школе здесь столько победителей. Вон, смотрите, сколько здесь кубков, да? Сколько здесь замечательных спортсменов растет. Сегодня на линейке показали ребята свой класс. Футбольные уроки прошли еще в двух самарских школах – 7-й и 57-й. Ученики познакомились с историей проведения чемпионатов мира и как проходит подготовка в Самаре к этому спортивному празднику. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!